представляем вашему вниманию аппарат для работы с телом М15. Данный аппарат включается на задней панели, тумблер включения. Также там находится фильтр для вакуума. Если вы его не вставите, то, собственно говоря, работать ничего не будет. Поэтому не забывайте. Первая функция – кавитация. Все очень удобно и доступно. Выбираем функцию. Выбираем параметры. Здесь постоянное воздействие с задержкой в 1 секунду и задержкой в 2 секунды. Кавитация, мощность идет до 40 кГц. Выставили нам необходимые показатели. И нажимаем кнопку «Старт». Можно наблюдать за работой. Функция. Радиолифтинг. Радиолифтинг у нас есть для лица и для тела. Выбираем для лица. Все то же самое. Выставляем время, мощность и постоянное либо переменное воздействие. Нажимаем на кнопку «Старт». Идет работа. Следующая функция по телу РФ. Все то же самое, все очень легко и просто. Выбираем время, мощность, воздействие и кнопка «Старт». Также у нас поддерживаются здесь микротоки и вакуум. Микротоки также работают как визуально, как и РФ, поэтому сейчас посмотрим по вакууму. Также мы регулируем. В манипуле с вакуумом есть также РФ. Любая процедура работает по контактному гелю. Они также есть в нашем ассортименте.